Всем привет! Меня зовут Ева, и сегодня я покажу, как я провожу свое утро. Я очень люблю просыпаться под своим удобным мягким одеялом Hello Kitty. Вот она, я рисована Hello Kitty. И со своим любимым мультиком. И самый мой любимый мультик — это «Время приключений». Я всегда его смотрю. Мама утром, когда уходит на работу, его включает. А когда я встаю, он уже идет. Поэтому с чего мы начнем? Это с того, что я пойду в душ. Подожди, стой. Вот я и умылась. Теперь я иду на кухню ставить чайник. И я, когда встаю утром, я очень люблю попить воды. Когда ты встаешь, у тебя сухо во рту, ты все время хочешь встать и попить воды. Но когда мне мама уходит на работу, она меня оставляет воды в стакане. И когда я встаю, делаю глоток, мне все хорошо. Я очень люблю позавтракать, но так как я на диете, я кушаю только макароны. Да, гадость, честно. Сухую. А дальше мы попьем чай. Но так как я не хочу пить чай, мы будем дальше что и делать сейчас. Я не хочу краситься вот прям сильно. Я использую только душ. И блеск для губ. Я не очень люблю краситься так прям сильно, намазывать. Поэтому я поставлю пока на паузу, а когда уже накрашусь, это будет все лучше. Потом мы будем делать еще. Вот я и накрасилась. Может, это не видно, но губы я сама вижу, все хорошо. Такое ощущение, что я даже красным намазала. Но это обычный блеск для губ. Дальше мы будем расчесываться. Я не хочу расчесываться всякими такими зубчиками. Мне это не нравится. Я знаю, массажка вредна для волос, но я ее очень люблю, и мне это хорошо помогает. Я ставлю на паузу и сделаю хвостик обычный. Начнем. А вот я и расчесалась. Я сделала обычный хвостик и уложила челку. Дальше я буду заправлять свою постель. Мишку я положу в угол, там его место. Дальше я убираю свое одеяло. Комнату сестры. Но она, к сожалению, здесь не живет. Думаю, на этом все. Всем пока. С вами была Ева Анастасия. Но Анастасия, как всегда, сегодня нет. Всем пока!